Run alone, you go to brand new place. When I leave, are you alone? Don't forget to pull in smiling face. And I feel so much in home. You can go to Moscow, you can go to Oslo. It's a matter where you are. Shorten distance, baby, I don't feel much better for you know. And love can start with a smile. Smile. Пятница, песня об улыбках, Ксюша, все получилось, хорошо все было. Отлично. Ксения Попова только что, друзья, живым звуком открыла музыкальную страничку нашей программы. Боже, как красиво. Друзья, мы готовы вам представить наших гостей. А почему они к нам пришли? Да потому что Euro Music Night все ближе и ближе подбегает к нам, и мы приглашаем каждый день, как ты красиво говоришь. Да, подбираются буквально такие. Мы приглашаем музыкантов, которые будут участвовать в этой ночи музыки. Итак, сегодня мы поговорим о площадке в ночи музыки у детской филармонии. Все об этой площадке. Все об этой площадке знают наши гости. Итак, это Ольга Головина, джазовая вокалистка, основатель и руководитель студии Головина Music Studio. Все правильно, Ольга? Не перепутала? Да, доброе утро. И Василий Панкрашин, саксофонист, преподаватель студии Головина Music Studio. Здрасте. Здравствуйте. Доброе утро. Оказывается, нам птичка нашептала, прям, что вашей студии исполняется 20 лет. Как будете праздновать? Ладно, ладно. Год. Дико страшная цифра. Мы, собственно, и будем праздновать на ночи музыки. На сцене детской филармонии. Прямо на сцене, конечно, да. Вся программа построена специально только на наших учениках. Как раз для того, чтобы вот отпраздновать 20-летие. Тогда давайте и поговорим о ваших учениках. Вот я так понимаю, как раз одна из них у нас в студии. За 20 лет вообще численность какая? Сколько штук? Сколько выпустили? Я, к сожалению, наверное, такой прям принципиальной статистики не вела никогда. Но мне кажется, что много. Может быть, меня все кто-то увидит и вспомнит, что я тоже ему преподавала. Я же тоже пел. Я помню эту женщину. Она на меня кричала. Где-то когда-то, лет 20 назад. Ми-ми-ми. Так, ну, если какая изменилась, кстати, может быть, и не узнать. Да не надо. Ничего там не изменилось. Давайте тогда к самому концерту. Во-первых, что мы... Я имею в виду гости в концерта, услышим. Ну, поскольку учеников у нас огромное количество. Надо думать. На самом деле мы вынуждены, конечно, сократить количество участников, потому что у нас не все вошли. Жесткий отбор был? Ну, не то чтобы отбор, для меня это было просто нож в сердце. Потому что все очень хотели, но не все смогут успеть что-то исполнить. Ну и в связи с этим у нас будет... Самые разнообразные стили, естественно, очень много разных музык. Ну, будет живой состав. Вы ведь известны тем, что вы поете джаз. Будет ли на сцене только джаз, или мы услышим, не знаю, Филиппа Киркорова? Нет, ну вот вы видите нашу ученицу, которая совершенно замечательно исполняет и поп-музыку. Это будет и джаз, это будет и фанк, это будет и... Поп-музыка, это будет эстрадная музыка в разных совершенно... Мультижанровые выступления. Мультижанровые выступления. Ну вот мы сейчас такую затравочку дали, вас показали нашим зрителям, а вы еще и нам споете сегодня, они нас спросят, а Ольгу-то где можно будет услышать? А вы нам ответите. А я отвечу. Ну? Единственное, что, конечно, мы будем последними выступать. Это наш сет состоится где-то в районе часа ночи уже. Но я буду счастлива увидеть своих зрителей, своих слушателей, своих поклонников на у нас бывших учеников. Бывших учеников обязательно. Мы просто каждый раз, когда говорим о площадках ночи музыки, интересуемся, какая вместимость площадки? Со скольки до скольки работаете? Сколько свободных мест? Мы планируем начать в 21:30. Закончим мы, к сожалению, где-то в районе часа 30. А что, к сожалению, это отлично? Мы бы до утра, если честно, остались. Потому что у нас просто купировали по времени. Мне надо пить таблетки. Вот именно так и было. Нам так и сказали, нам сдавать на охрану. Ну, в связи с этим мы в час 30 закончим. У нас достаточно большой зал, там вместимость порядка 600 только посадочных мест. Я думаю, что у нас...
будет возможность разместиться многому количеству наших гостей. Итак, «Ночь музыки» 23 июня в городе Екатеринбурге. Гудеть будет весь центр, не будет свободного места. Потому что гудеть будет Ольга Дурина. В том числе и будет работать площадка детской филармонии, в которой состоится юбилейный концерт. Посвященный однолетию студии, как мы договорились, да? Да, да. Однолетию. Ну и мы, да, хотим, чтобы вы сделали этот утренний подарок, презент музыкальный всем нашим зрителям. Но вдруг кто-то не успеет доехать до площадки. Сможете? Тогда он не успеет послушать все. Сейчас же будет маленький отрывок. Да. Вот так вот подсокаем всем тем, кто не доедет. Прямо вот приманочку такую закинем. Хорошо, пойдем. Пожалуй, мы начнем. Давайте. Большое. Увидимся. 23 июня в «Ночь музыки» на внутри детской филармонии. Ну а пока у нас небольшой перерыв, после которого мы вернемся в студию.